Это цветет, цветут кусты лаганбери. Это тоже межвидовой гибрид малины и ежевики. Это кусты с черной ягодой. Ягода очень вкусная, выраженного ежевичного вкуса. Очень урожайная. Много написано разного в интернете об урожайности кустов. И разные описания. Я расскажу о своих сортах, тех, которые есть у меня. Я лаганбери с черной ягодой, лагановая ягода так званая, выведена в 1880 году в штате Калифорния, и лаганбери торнес с красной ягодой и малиновым вкусом. Но об этом я расскажу позже.